смотреть в разные ситуации, в разные позиции. Работает по пристройке, замечает одного, забивает еще и бит. А здесь можно дальше под флешку выйти через право. Нет! Победа команды Na'Vi, это 2-0. И полуфинал уже эти ребята себе заслужили. Уверенный матч. Как первая, так и вторая карта. Все-таки они здесь смотрелись поинтереснее на дистанции. Да, хорошая попытка в целом от Vitality, но, знаете, вот было видно, что Na'Vi все-таки готовы добирать свое. И в некоторых моментах были, конечно, просадки, да, то есть какие-то, не знаю, стратегические, но в целом форма команды, да, игра, индивидуальное исполнение было на высоте.